проезжая часть на улице Зайцева в районе дома номер 26 будет полностью перекрыта с 23 мая для производства работ на тепловых сетях. Администрация Петрозаводска призывает водителей искать пути объезда. Ученики Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва приняли участие в чемпионате России по спортивному ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел в Екатеринбурге. Данила Васильев стал абсолютным чемпионом страны. В поисках дополнительного заработка на бирже 45-летняя вокалистка хора из Петрозаводска перевела мошенникам более 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В Петрозаводске распустились тюльпаны, посаженные прошлой осенью. Красные и желтые цветы теперь украшают скверы горсовета Элиаса Ленрота, Юрия Андропова, театра кукол, площади Кирова и Ленина, а также другие территории города.